ты сказала, у нас всякие такие магазинчики, такие маленькие лавочки с сувенирчиками. Потому что здесь это место для туристов. И вот так вот здесь, смотрите. Please do not climb. А там впереди виднеется огромные вот эти теплоходы. Сейчас мы их посмотрим. Татуировки на руки делают, массаж прямо здесь. Привет, он вам передает. Мохито? Yes. Мохито бар. Para hacer el paseo. Do you want ticket for the ball? Can we just look around? Такие сумочки, Майами Бич, Саус Бич, пожалуйста. Здесь же мороженое. Здесь, кстати, много у них экскурсий есть по домам, знаете, всяких разных миллионеров. Мы как-то катались очень давно-давно. Вот на такой быстрой зеленой лодке можно прокатиться. Yeah, I have a video. А вот тут люди очень стоят как раз на курсе вот на этой лодке по домам миллионеров. Здесь по вечерам проходят концерты. Народ пока немного, потому что мы приехали сюда рано, но под вечер будет все просто забито. А здесь будут магазинчики, ресторанчики всякие. Я здесь даже как-то работала, помню, неделю что ли. Вон там огромный мост, это идет на пляж, Майами Бич. Вот эти огромные теплоходы, которые у нас ездят на острова всякие. Они очень такие дешевые, в принципе. Какая-то старая лодка страшная. На улице сегодня вообще невозможная жара, просто духота. Я иду в футболке, в шортах, с меня льется просто все. Вообще, какие лодки красивые здесь паркуются. Красавчики такие. Ну, это же чья-то собственная чья-то лодка. Не для экскурсии. Для экскурсии вот это Island, а Lady, которая у нас поедет по домам миллионеров. И вот эта большая желтая лодка, она у нас идет такая быстрая-быстрая, тоже в тех же степях. Пожалуйста, барчики какие-то. Белка, конечно же. Белки у нас везде, как вы уже поняли. И одни туристы вокруг. Сейчас мы с вами подходим, где здесь всякие ресторанчики и магазинчики. Ресторанчик какой-то, латиноамериканское кафе, кубанская, кубинская еда. Дальше там есть у нас Hard Rock кафе, здесь еще какой-то бар, Дакири бар. Видите, всякие такие киноколады здесь делают. Сейчас будем заказывать смузи, вот такой вот, так это, без алкоголя. Не знаю почему, а вот на Island Lady мы ездили. Вот здесь отличный вид на Майами. Hard Rock. Там дальше мост на Майами. Let me try it. Are you hungry?
hot dogs, Swiss burgers. Туристы. В общем, все по-прежнему ничего не изменилось. Последний раз, что мы здесь были.